Очень забавное существо и приятно в большом количестве иметь его дома. Но о том, чтобы всерьез коллекционировать что-то, нет, об этом я не думал никогда. Вам интересно было бы дать интервью Дудю или взять интервью у него? Профессионально интересно, но это не входило бы как-то в мои вот первичные задачи. Может быть, потому что особо не о чем спросить. Есть ровное, хорошее отношение к нему, глубоко уважительное. Но в целом все понятно. Здесь нет того феномена, который меня волновал. Нет тайны. И, может быть, это и к лучшему. Есть ясный, здоровый, талантливый, во всех отношениях прекрасный человек. Чем объяснить огромную аудиторию фильмов на темы Шернормасова? Интересное слово совсем. Исключительно новизной жанра. Парфенов начал, Дудь на новом этапе продолжил. Такой рассказ о мировой культуре языком культуры современной. Услышимся через